провели отрезок, который задается уравнением x плюс y равняется p, где p – простое число. То есть координата вот этой точки – это p0, а вот этой точки – это, соответственно, 0p. Ребята, я сейчас попытаюсь на картинке взять p равным 5. Есть понятие точка с целыми координатами. Здесь две такие точки. Здесь две такие точки. Здесь 0. Давайте напишу. 0, 2, 2, 2, 0. Все понятно? А вот теперь, будьте добры, в тетради, я не буду это уже делать на доске, в тетради взять в качестве числа p, хотите 7, хотите 11, и нарисовать такую же картину. Только вам обязательно потребуется линейка для того, чтобы четко нарисовать эти линии. И скажите мне, пожалуйста, для числа, значит, 5 были числа 0, 2, 2, 2, 0. Давайте я все выпишу. 0, 2, 2, 2, 0. Скажите мне, пожалуйста, что будет для 7, что будет для 11? Ну, 0. Так, 0, дальше. 5 троек 0. Ага, интересно. 0, дальше... Уже много троек, и дальше 0, да? Так, а для 11? Сейчас. Да, пожалуйста. 0. Пятерок сколько там? 9. 9 пятерок и 0. Да. Так, а вот интересно, обобщить это можно как-нибудь? Для любого простого числа p. 0. 0. А в конце тоже 0. И n p минус 1 попало. Везде точек будет 8. Довольно странная штука. Почему здесь везде тройки, здесь везде двойки, здесь везде? Ребят, кстати, понять, что если их порву, то вот их столько-то, на самом деле несложно. Объясняю почему. Когда у вас вообще есть квадрат со стороной P, сколько внутри него всего есть точек с целыми координатами? Ну понятно сколько. Это будет P минус 1 в квадрате. Надо выбросить вот эту диагональ, потому что мы их не считаем. Значит, надо выбросить p минус 1. Только нас интересует только то, что снизу, надо разделить на 2. Отлично. Что это будет такое? Это будет p минус 1 разделить на 2 и умножить на p минус 2. Согласны? Если p минус 1 выметишь за скобку, то будет вот так. Замечательно. И смотрите, то, что вот в таком треугольнике 0 точек, это понятно. Потому что просто у них у всех здесь точек абсцесса больше нуля, меньше единицы. Да? Значит, целая точка только на границе. То, что здесь в нижнем треугольнике 0, это тоже понятно. Значит, остается p минус 2 треугольника, в которых точки могут быть. И если мы докажем, что в этих треугольниках точек поровну, то все будет хорошо. Там, да? Правда, p минус 1 пополам, а там p минус 2 на количество. Что? Да, p минус 2, спасибо. Я здесь ошибся, да, конечно, p минус 2. Всего p, значит, 2 нуля и p минус 2. Да, все правильно. Здесь 9, 11, вот здесь 9. Здесь 7, здесь было 5. Да, все хорошо, все правильно. Вот, господа. Интересный вопрос. Сможет ли уважаемая публика доказать, что количество точек с целыми координатами во всех этих треугольниках порно? Ну, в крайних ноль, а во всех остальных одно и то же количество. Кто знает соответствующую науку? Есть такой человек? А? Повторяю. Доказать, что везде будет p минус 1 пополам точек. Площадь треугольника можно посчитать по формуле пика. Молодец, это решение.